Всем привет, сегодня покажу вам, как скачать игру GTA 4 на телефон. Заходим, ссылка, если что, на игру будет в описании. То, что нам не нужно, мы удаляем. Нажимаете еще, распаковать в, выбрать путь, SD-карт, download, и ждете. После того, как все распаковывается, вот R-User Installer, а пока нажимайте на него, устанавливайте и ждете. Когда он установится, я зайду и включу камеру. Вот как вы видите, вот он у меня есть уже. Нажимаем. Later. И вот видите GTA 4. Install. И ждете. И все, нажимаете теперь настройки, разрешаете, устанавливаете. И все, можете заходить в игру.